вы смотрите новости онлайн. Ольга Орлова высказалась о своей работе на скандально известном телепроекте «Дом-2». Телеведущая певица уверена, что покинет шоу только в том случае, если будет чувствовать себя там некомфортно. Ольга призналась, что вначале ее мучили сомнения, соглашаться на эту работу, быть ведущей реалити-шоу «Дом-2» или нет. Однако постепенно она поняла, что находится на своем месте. Ежедневно смотрят шоу около 50 миллионов человек. И как бы его ни критиковали, большинство все равно будет интересоваться «Домом-2» и его героями. Чем больше у проекта скандальности, тем выше его рейтинги, а значит, растет и популярность. Это все говорит только о том, что я приняла правильное решение, заключила Ольга. При этом Орлова назвала причину для того, чтобы покинуть скандально известный проект. Если бы я поняла, что мне некомфортно, то не задержалась бы в этом шоу ни на секунду. Я многого добилась в своей жизни и считаю, что могу позволить себе делать то, что мне нравится. Есть одна замечательная фраза: «Занимайся любимым делом, и ты не будешь работать ни дня». Именно этим я и занимаюсь, заявила ведущая. По ее словам, в коллектив влиться легко, а к критике относятся спокойно. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!